Всем привет, ребята. Ну что, сегодня у нас будет архидемон. Я покажу вам, как набить в районе 5 архи за один заход. Что для этого надо? Для этого надо, опять же, новые таланты, как и рунами, так и талантами. В принципе, все как всегда, у нас каждая обнова приходится все менять, поэтому я тоже у себя поменял. Сейчас покажу вам состав. То есть вот такой вот состав, то есть плюс-минус около 5 архидемонов. Почему я прокачал всем зеленые? Потому что я тестирую сейчас руны борца. Где-то вот, например, вот, восьмерочка 7, 7, 177 дает. Вот так вот. В чем суть? Они дают дополнительный урон. Что самое интересное, как и руна дает, получается, так и талант. Поэтому надо собирать разные сборки, чтобы был двойной удар. Вот так вот как-то получается. Получается, раскол нафиг не нужен. Я еще затестирую точно раскол. Но вот такие вот у меня сборки героев. То есть сейчас мы первый тест сделаем именно таким составом. Потом немножко его поменяем. То есть около 5 набивается свободно. Так, вот фрейка такая же. Вот там у нас еще и стрелок. У нас сегодня тут архи, которые призывают монстров и наносят огромный урон, то есть с топором. Вот плюс-минус там у меня первый 1,8, второй 1,800, точнее 4,800, 1,870. Это вот третий заход вот такой вот был. Почти 5, ну, то есть тут рандомчик, опять же, все происходит очень рандомно. Так, ну окей, первый состав у нас будет вот такой вот, который я вам показал. Попробуем сейчас начинать, опять же, с Фрея и выпускаю всех ноя. То есть тут самое главное, чтобы появились голуби от Фрей, и дальше уже идет озон. Посмотрите, за сколько я буду его сейчас убивать. Опять же, видите, немножко рандомчик. Надо, чтобы герои разогнались. Но в любом случае, это намного быстрее, чем мы били раньше. Что я могу вам сказать? Вот так вот. Все, как обычно, GG меняет. Видите, по-разному проскакивает. Ну, я не знаю, буду еще тестить разные составы. Как бы для меня архидемон нафиг не нужен, я просто показываю вам варианты, какими можно набивать больше. То есть на сегодня вот эти вот... Не, не набью, я уже смотрю, что меньше набиваю. А новые таланты, получается, для архидемона просто топчик. Видите, что-то рандомно проскакивает. Ну, все как обычно. Где я убивал два архидемона, грубо говоря, раньше за 1,5 минуты? Вот видите, опять рандом проскакивает. Не могу понять, почему. Они не все время выбивают по 500. Где-то, походу, баф чей-то спадает. Ну, можно им поднять за счет этого, за счет прорыва. Вкачивать их тогда будет больше. Но оно того, честно говоря, не стоит. Смысла не вижу ради там 6к кулаков, когда тут их продают до кренища. Вот, как видите, у меня уже 2 убита, уже третий. Раньше мы 3 добивали, еле там до 4 доходили. Сейчас свободно фармится без всяких проблем. Он что-то рандомно как-то заходит. Сейчас я попробую агрить на тыковку. Только на тыковку поставлю, вместо этого талантика поставлю воодушку. Интересно посмотреть такой вариант разгона. И я уже тут не успеваю конкретно, причем. Ну, я же говорю, очень рандомно все. То есть вот таким вот составом я набивал плюс-минус 200 миллионов. Сейчас я набью меньше даже, чем первый мой раз, кто, ну, который я показывал вчера, по-моему, на видео. Снимал про огников, кому что ставить. Да, мне не хватит тут. Однозначно за 30 секунд я не успею. То есть, как видите, у нас все, как всегда, меняется. Скоро будет обнова. И
Опять же ведут, скорее всего, новые какие-то таланты. Честно говоря, я больше в Бравлерсе зависаю сейчас, потому что там намного интереснее, там онлайн, и можно потягаться с другими, повеселее, скажем так. Тут уже чисто так, ради интереса. Ну, 1,8 будет где-то, плюс-минус. Ну, 1,837. А теперь попробуем такой же вариант, только на тыковку. Сейчас мы поставим в отдушку. Скорее всего, у нас будет результат еще меньше. Но мы заодно сейчас протестируем такой вариант. Она, конечно, водушка, скорее всего, что ничего не даст. Я попробую загреть на тыковку. Так, все, водушку поставили. Карты есть. То есть все то же самое. Сейчас, наверное, сольют. Не, успел. Вроде успел. Так, загрели мы на тыковку. Разгончик у нас пошел намного быстрее. Сейчас посмотрим, что у нас в этот раз будет. Ну, явно быстрее идет. Может, за счет этого выиграем. Может, надо будет поставить опять же рунку Бравлера. Борца на нее и загреть, попробовать на нее опять же. Ну, тут явно 5 секунд мы выиграли. Вот видите, вот эти вот непонятные проскакивают, не понимаю из-за чего. Где-то, скорее всего, от кого-то баф спадает. Ну, посмотрим сейчас. Ну, пока бьют тыковку, это радует. Все равно не успеваем. Да, видите, у нее энергию забирают, бывает. Хотя, в принципе, она не должна тут особо разгон терять. Да, вот потеряла разгон. В чем проблема тут? Ой-ой-ой, даже смогли снести, хотя, в принципе, думаю, нет. Да, хуже результат будет. На нее агрит тоже не вариант. Получается, они вылазят эти, снимают энергию. Она не успевает разгонять просто. Ну, сейчас посмотрим. Да, хуже. Возможно, есть еще какие-то варианты, как бы это все рандомно ради 6к кулаков, те ресурсы, которые я здесь трачу, вам однозначно смысла тратить нет. Ну, 33 секунды, опять же, видите. Скорее всего, надо поднимать прорывы, чтобы больше максималка была. Пробовал убирать Химку, ставить кого-то другого, тоже скажу честно, не вариант. Где-то плюс-минус одинаковый результат, думаю, даже будет. Даже может и хуже. Да, видите, все-таки хуже даже, наверное, будет. Ну, чуть-чуть хуже. Теперь давайте такой же вариант поставим сюда. Надо будет следующего архи уже затестить с расколами. На тыковку поставим обратно же. Вот так. И поехали. Попробуем опять загреть. Вот разгона нету вообще, как видите. Вообще печалька по разгону. Потерял очень много времени. Ну, возможно, я тут выиграю за счет нее. Разгон еще хуже получился.
То есть вариант агрить на тыкву, не знаю. Или я чего-то не знаю, или я не вижу смысла на этом архидеме не агрить на тыкву. Потому что они с разбросом появляются. Либо надо кулдаун хороший, чтобы они только появились, сразу же убивали. Ну, сейчас посмотрим. В любом случае, то есть вы набиваете таким именно составом пятерочку. То есть 5 архи. Не знаю, что дальше будет. Было бы прикольно, если бы с него сняли ограничения. Вот тогда было бы веселее еще. Так у нас ограничения есть, и ты ничего не сделаешь. То есть получается у этих талантов один раз бьет руна, плюс бьет герой, плюс бьет талант еще. То есть получается у некоторых героев дохренище ударов. Если раньше мы качали там замедление с шансом, то тут стопроцентный шанс на дополнительный удар, плюс процентуальный урон. Ну, получается очень бешеная смесь. На некоторых героях и на PvP этот талантик тащит, я уже показывал. То есть фракционный талант, он реально крутой, и его есть смысл качать. Да, видите, на тыковку агрить что-то не заходит. Даже хуже результат будет. 23 секунды. Да, это будет самый худший результат, скорее всего. То есть оптимальный вариант на фрейю фигачить и не париться. В любом случае, как бы для без доната такие сборки нереально, для доната смысла от этого архидемона тоже, в принципе, никакого нет. То есть и так, но ради этих кулаков без донат никогда не сделает такие сборки. Донат, если сделает, оно, честно говоря, ему нафиг не надо. Ну, что тут скажешь? Для без доната единственный плюс то, что вы теперь знаете, какими талантиками лучше всего бить. Это 1,7. Да, вообще меньше всего. Вот. То есть такие вот, ребят, результаты. Я вам показал составы. То есть тут ничего мудреного нету. Попробую в следующий раз еще расколы поставить, поменять, прокачать. Но я сомневаюсь, что раскол даст больше, потому что там процентуальный шанс. А тут все время стабильный уровень. В общем, вот как-то так. Пишите комменты, подписывайтесь. Пишите, что хотите увидеть. Всем удачи, всем пока.